А ведь есть такие специалисты, изучившие, так сказать, на собственной шкуре, каким должно быть правильное ограждение на окружаемой территории, чтобы ни одна мышь не проскользнула, и неважно, внутрь или наружу. Сельскохозяйственную ярмарку в Петрозаводске украсили по периметру забористым забором, изготовленным за забором с колючей проволокой. Теперь фурам с капустой к торговым рядам не проехать. И пенсионеру картошку в багажник такси сразу и не закинешь, придется волочить на себе к неблизким воротам. Но эта концепция такая: все, что можно, должно быть огорожено. Даже овощи, снятые с огорода. К качеству изготовления собственного изделия претензий нет. Ограждение было изготовлено осужденными на участке металлообработки исправительной колонии номер 9. На торжественном открытии 25-й осенней ярмарки представители исправительной колонии 9 и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия были отмечены благодарственными письмами главы Петрозаводска за оказанную помощь. А ведь отбросы общества. Я про артистов. Посетители юбилейной осенней ярмарки в Петрозаводске могут ознакомиться не только с ассортиментом сельхозпродукции, привезенной издалека, но и с промтоварами из мест не столь отдаленных. Исправительные учреждения республики презентовали на ярмарке богатый ассортимент выпускаемой продукции. Картины, корзины, шкатулки, сувенирные и швейные изделия. На что только не гораздо люди, оказавшись в изоляции от мирской суеты. В ведомстве отметили, что для учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний участие в городских ярмарках – это дополнительная возможность показать свои производственные возможности, оценить конкурентоспособность своих товаров, услышать живые отзывы о продукции. Имеется вполне нейтральный сюжет, рекомендованный даже к употреблению в детских учреждениях. Пожалуйста. Не то. Одну минуточку, простите. Вот, пожалуйста. Нельзя допустить, чтобы население нашей необъятной родины хотя бы на непродолжительное время вдруг да перестало облучаться информационно-развлекательной радиацией с голубых экранов телевизоров. Чтобы этого не случилось, в момент переключения с аналогового вещания на всепроникающее цифровое созданы специальные дружины, которые в ближайшие выходные рванут по квартирам в республике. У того, кто с ними не встретится в субботу, в день, когда выключат аналоговое вещание в Карелии, в понедельник 14 сентября, появится возможность взглянуть на окружающую действительность своими собственными глазами. 12 октября в Петрозаводске будет организован цифровой субботник, на который вместе с добровольцами муниципального учреждения «Центр молодежи» выйдут представители органов власти, подведомственных учреждений и организаций, студенты. Позвольте представиться, Карлсон, а это мой маленький... Куда?